Здравствуйте. Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. Сегодня мы будем рисовать вот такой волшебный сюжет. Для этого нам потребуется листочек А5 формата, это половинка А4, кисточки разных размеров, гуашь, палитра, водичка и салфетки. Начнем мы с рисования неба. Нам потребуется белый цвет. Так, белым цветом мы наверху нарисуем луну. Затем к этому белому мы добавим немножко желтого. И пройдемся вокруг нашей луны еще желтым цветом. Затем к этому цвету мы добавим розовый, можно взять рубиновый или готовый розовый, тоже с белым. И поверх этого цвета нанесем еще и розовый. Затем нам потребуется голубой цвет. Голубой тоже с белым. Можно взять синий. Продолжаем наносить цвета вокруг и закрашивать оставшееся пространство. Можно тут еще розового добавить немножечко. Так, сошлись, добавили. И затем внизу у нас еще будет розовый и чуть-чуть желтого. Для этого мы возьмем опять те цвета, которые только что использовали. Тоже с белым. Один цвет может заходить на другой. И немножечко добавим здесь. Розового. И внизу еще чуть-чуть желтого можно. Тоже с белым. Так, теперь мы возьмем сухую кисточку и места стыков пройдемся по ним, сгладим. Так, вот здесь. Кисточку без краски. Сделаем переходы более плавными. Здесь тоже.
Можно добавить еще розового куда-то сюда, оттенка желтого чуть-чуть. Как свечение. Так, и вниз можно чуть-чуть посветлее сделать этот желтый. Еще. Светлым его сделать. Так. Хорошо. Теперь можно переходить к рисованию облаков. Нам потребуется фиолетовый цвет. Можно взять готовый фиолетовый. А можно смешать голубой и розовый, который у меня есть, которым мы только что пользовались. Сделать фиолетовый, тоже к нему немножко белого добавить. Этим цветом можно кисточкой, можно руками, да, как удобнее, мы нанесем облака, да, примерно разметим, где они будут находиться. Так, можно сверху тут еще добавить. Да, и можно еще пройтись по светлым местам. Тут еще добавить какие-то облачка маленькие. Добавили. Можно к этим облакам еще добавить чуть-чуть белого. Пройтись еще. Ставить тут чуть-чуть посветлее цвет. По ним. Чтобы сделать их более объемными. Оставляем. Хорошо. Дальше. Сразу добавим звезды. Возьмем белый цвет для этого. Можно кисточку взять потолще. Белым цветом наверху добавим звезд. Отлично. Теперь переходим к нижней части. Нам потребуется голубой цвет сейчас. Тоже можно добавить к нему немножко белого. И закрашиваем нижнюю часть нашего листочка этим цветом.
закрасили. Теперь мы возьмем тонкую кисточку, белый цвет. И оставим блики на воде. Блики на воде. Проходимся по всей поверхности водички и оставляем блики. Хорошо, теперь мы прорисуем берега. Нам потребуется черный цвет. Можно взять кисточку потоньше. Черным цветом сейчас мы будем работать. Начнем рисовать наши бережочки. Все закрашиваем черным цветом. Здесь у нас будет основное такое место, где у нас будет стоять девочка. Тоже закрасим черным. И с другой стороны тоже добавим. Как-то тоже вытянутый. Нарисовали. Теперь возьмем тонкую кисточку и будем рисовать нашу девочку. Сначала примерно наметим, где она у нас будет располагаться. Так.
меня будет платье, тут у меня будет голова. Так, и волосы. Будет сторону. Развиваться в сторону волосы будут. Так, и закрашиваем. Так. И еще добавим немножко к берегу детали. Возьмем голубой цвет поярче, по насыщеннее. И пройдемся у наших бережков этим ярким цветом. Да, немножечко подтянем. Так, около наших бережков пройдемся этим цветом, потемнее синим. В конце еще добавим чуть-чуть белого, белых бликов у водички. Немножко здесь, здесь и здесь тоже. Наш рисунок готов. Сейчас
меню. Вот такой рисунок у нас получился. Спасибо большое всем за внимание.